Привет, друзья! С вами канал Кузница Тест-Драйва и я ее ведущий Чабан Дмитрий. В свое время нам очень понравилось путешествовать по стране на вот таком вот Peugeot Traveler VIP. Кстати, в конце этого видео будет, конечно, заставочка, по которой вы можете перейти на то видео, а также на другие ролики, в которых мы рассказываем о подобных автомобилях. И, кстати, в одном из них мы вам пообещали встречу с такой машиной на вторичном рынке. Вот только тогда мы даже предположить не могли, что найти такую машину, бэушную, на вторичном рынке станет практически невыполнимой задачей. Так почему же владельцы не спешат расставаться с этим автомобилем? А ответить на этот вопрос мы попробуем на примере вот этого Peugeot Traveler. Дело в том, что автомобиль находится в эксплуатации уже один год, но ему выпала очень интересная и необычная судьба. Эта машина реально прошла огонь, воду и медные трубы. Ну, а если точнее, она используется на предприятии, выполняет семейные функции, а также возит команду корчагинец по карповой ловле по различным турнирам. Какие приключения выпадают на долю вот этого Peugeot Traveler и как он выдерживает все испытания в течение года эксплуатации, нам подробно расскажет его хозяин. Знакомьтесь, Максим Кожух, чемпион Украины 2015 года по карповой ловле. Максим, скажи, как этот автомобиль удовлетворяет всем требованиям, которые ты к нему предъявляешь? На самом деле я хотел этим автомобилем объединить две, ну, наверное, невозможные вещи. Первое – это использовать его в семейных целях, в данной ситуации, для детей, у них там тренера, теннисы, учеба и так далее. И основное мое увлечение, и, скажем так, то, которое приносит мне удовольствие, хобби – это карповая ловля. Карповой ловлей занимаюсь, ну, 2012 года профессиональной, на спортивной. На самом деле искал такой автомобиль, который смог бы объединить эти две вещи. А расскажи, пожалуйста, о спортивной карповой ловле. Что это такое? Потому что, ну, многие реально с этим понятием даже не знакомы. Карповая ловля, на самом деле, это достаточно спортивная карповая ловля. Достаточно серьезное и трудоемкое занятие и хобби. То бишь на водоеме мы находимся приблизительно там, от 3 до 7 дней, в зависимости от формата соревнований. Когда ты находишься 7 дней или там, 4 дня на водоеме, в секторе там, 10 на 10, 20 на 20, то, конечно, тебе нужен определенный уровень комфорта, для того, чтобы ты хотя бы мог чуть-чуть отдохнуть, разгрузить там, спину и так далее и тому подобное. Поэтому к инвентарю, который ты используешь на карповой ловле, ты ставишь особые задачи и особое внимание. Для того, чтобы его довести до нужного места, то есть нужен большой автомобиль. Этот автомобиль иногда загружается так, что несмотря на его 5,3 длину, до крыши остается сантиметров 10-20. При том, что все сидушки, все полностью отсюда выгружено. Сугубо кормовая база для карповой ловли, это порядка там в зависимости от формата соревнований, формата турнира, порядка там 200-300 килограмм, ну а остальное это инвентарь, раскладушки, палатки, шатры и так далее, то есть удилища. Я использую, почему хотел именно длинную базу, потому что, ну, длина удилища в сборном состоянии ориентировочно плюс-минус там 2 метра. Я для транспортировки удилищ использую такой чехол, он пластиковой формы, длинный, двухметровый, называется базука. То есть туда влазит 5 удилищ, он жесткой формы, при этом ты не поломаешь, потому что удилища профессиональных карпятников достаточно дорогие. Порядка 15 удилищ, 12 удилищ я беру на каждый формат, на каждое соревнование и так далее. Все-таки объем багажника тебе нужен, наверное, даже тогда, когда в машине установлены задние ряды сидений. Да, обязательно нужен, потому что иногда, если коммерческий турнир, формат соревнований под собой подразумевает наличие до 3 участников, поэтому водитель, пассажир, и иногда остается заднее одно сиденье. Заднее одно сиденье – это, ну, порядка 25% съедается полезной площади для загрузки автомобиля на карповый турнир. То есть на турниры вы передвигаетесь командой, и поэтому вам надо и людей перевозить, и личные вещи, и снаряжение. Да, этот автомобиль привозит всю команду, личные вещи и снаряжение. Ну, я добавил к нему еще туле сверху, багажник, для того, чтобы можно было в туле положить, допустим, те же удилища, те же мягкие, там, допустим, вещи, это подушки, чехлы и так далее и тому подобное. Использую его абсолютно для там, мягких вещей. Максим, а какая география вообще вот этих турниров, где они проводятся? Только в Украине или есть какие-то дальние поездки? Украина практически вся. В прошлом году мне повезло
быть участником турнира. Кубок Европы – это коммерческий турнир, который проходил на водоеме Маконка в Венгрии. На этом автомобиле я ехал в Венгрию на Маконку, порядка 1300 километров. Получал массу удовольствия, массу комфорта. Три участника у нас было в команде. В принципе, автомобиль был загружен под завязку. Карповый инвентарь, я же говорю, доходил практически до 20 сантиметров до крыши. То бишь, было полностью все забито. На границе, когда нас остановили пограничники, открыли машину, посмотрели, ого, закрыли, говорят, все, не разгружайте, ничего не доставайте, вот эту маленькую сумочку и все. Поэтому, как бы, используется на максимум. По максимуму полностью, и не жалею, ни грамма не жалею, что взял длинную базу. Единственное, что, конечно, есть такие водоемы, куда на нем будет достаточно трудно заехать. Даже, наверное, в первую очередь будет трудно заехать, только исходя из того, что здесь передний привод. Конечно, на полном приводе был бы комфортнее, но при этом на сегодняшний день спортивная ловля карпа настолько развивается, что каждый хозяин водоема, каждый собственник, он старается отмостить подъезды, въезды, выезды на водоем. Поэтому все равно с каждым годом зона комфорта выходит на качественный новый уровень. Как раз на сегодняшний день этот автомобиль уже есть с полным приводом. Но не для нашего рынка. У нас уже появились. Да ладно. Да, вот недавно появились уже продажи. Притом это полный привод французской компании «Денжель». Это фирма, которая строила полноприводные машины для ралли-рейдов и даже для легендарного «Дакара». И в этом случае даже есть блокировка заднего дифференциала. Просто когда я его покупал, мне сказал дилер, что не будет для украинского рынка полного привода. Ну, видимо, это прошел год, и они все-таки решили, что надо. Да, конечно, если полный привод есть, то это будет вообще идеальный автомобиль. Например, есть водоем такой, как, например, Прилбыч, я его очень сильно люблю и так далее. Если выпал хороший дождь, прошел, то на водоем достаточно, ну, иногда сложно попасть. И выехать, особенно когда ты отрыбачил 5 дней, у тебя 5 дней лил дождь, то выехать оттуда достаточно сложно. Но на сегодняшний день такие водоемы, например, как я там люблю очень сильно и рыбачу, наш карповый клуб Ульяновки, то там водоем полностью, он даже асфальт положен. То есть ты подъезжаешь к своему сектору, у тебя подъезд асфальтированный. Если не асфальтирован, то это гравий. Достаточно комфортные сектора и так далее. То есть, ну, на сегодняшний день могу точно сказать, есть такие водоемы, на которых может практически любой автомобиль доехать. Единственное, что, конечно, если будет наличие полного привода, ты это сделаешь просто уверенней. Ну, я даже слышал, что сборная Украины ездит на какие-то мировые турниры, да? В прошлом году и позапрошлом году сборная Украины по карповой ловле стала двукратным чемпионом мира. И в прошлом, и в позапрошлом они заняли первое место на чемпионате мира. В этом году вот буквально вернулись на прошлой неделе ребята, заняли 6-е место, проходил турнир в ЮАР. Там достаточно проблематичная была логистика туда и так далее. Искренне поздравляю. А скажи, как вообще происходит этот процесс? То есть вы ловите рыбу, потом ее взвешиваете и отпускаете? Федеративные соревнования по карповой ловле, они заключаются в том, чтобы участники в разных зонах, то есть если это клубный формат, то это, допустим, три команды по разным зонам. Всегда ловля карпа, взвешивание, общий вес, повыловленный каждой командой, то есть за трое суток, за полностью весь формат. Команда называется «Корчагинцы». Сколько у вас человек в команде? В команде у нас в постоянном составе двое человек. Я и Сергей Зайченко. Мы постоянно стараемся проводить время на водоемах и на турнирах. К сожалению, в связи с загруженностью не всегда это получается, но тем не менее трое-пятеро соревнований в год стараемся, как бы, то есть ехать. Вот в этом году, в прошлом году я был, я же говорю, на Маконке в Венгрии. Если даст Бог, все получится, то планирую в этом году попасть в Хорватию на заярки. Тоже на этой машине поедешь? Тоже на этой машине, наверное, скорее всего, поеду. А скажи, какая вообще самая большая рыба была, которую ты достал, и какой максимальный вес улова, который получилось поднять? Самый большой вес рыбы, который мы доставали, у нас был 24 260 килограмм карп. Самый большой улов, который нам пришлось, это был опять же в прошлом году на Маконке, на Кубке Европы, в коммерческом турнире, это 702 килограмма мы словили за четверо суток. Смотри, возвращаясь к этой поездке, 1300 километров. Все это время ты находишься в качестве водителя, то есть все время проводишь именно за рулем? На нем по автобанам очень комфортно ехать. Единственное, что я сделал при покупке этого автомобиля сразу же дополнительно, я еще дополнительно заказал такую услугу, как обезшумка. То бишь мне его полностью прямо в автосалоне, когда пришла машина к ним, дилер, дополнительные деньги, ее обесшумил полностью. И я ни грамма не жалею, как бы на самом деле уровень комфорта в этой машине максимальный.
Для того, чтобы можно было ехать по автобану, по трассе, мы ехали 130 километров, иногда 150. При 130 километрах расход составлял порядка 9,6-9,4 литра. Mm-hmm. При 150 – 10-11 литров. Но это при наличии Тули. То есть Туля дополнительно дает еще, допустим, там 1 литр к расходу. И скажи, когда вот долго сидишь в этом кресле, насколько оно удобное, как тебе нравится эргономика этой машины, может быть, какие-то кнопки, вернее, их расположение тебя не устраивает, и хотелось бы что-нибудь поменять? Ну, на самом деле, я когда еще покупал эту машину, то есть такая дополнительная функция, как бы у них называется, это там, замануха, это дополнительный массаж передних сидений было, но это назвать массажем передних сидений достаточно тяжело. Это такое легкое прикосновение к позвоночнику. Но, тем не менее, этот массаж передних сидений на самом деле, я подумал, ну, как бы, это не массаж, вообще общего с массажем ничего нет. Но когда ты сидишь в машине за рулем 7 часов, и это легкое прикосновение, оно тебе не создает дискомфорта, как бы, и тебе не хочется его выключить. Как тебе телефония в этом автомобиле? Пользовался ли ты системами Bluetooth или Apple CarPlay? Да, очень удобно и очень хорошо. То бишь, я изначально подключил сразу же Bluetooth, телефон работает на динамиках, выведен звук. Очень комфортно, очень хорошо слышно. Для себя даже не знал этой функции, когда подключил уже непосредственно телефон, iPhone к шнуру, непосредственно к USB-порт сюда, полностью весь телефон отображается на центральном дисплее, то есть Apple CarPlay, да, очень хорошая функция, очень достаточно комфортная, можно разговаривать как и по WhatsApp, как и по Viber, так же и по GSM-связи, комфортно. Единственное, что чуть-чуть бы, наверное, бы все-таки уделил должное внимание бы, наверное, музыки. Дискомфорта не создает, достаточно неплохо, то есть если семья ездит и так далее, то есть комфортно и разговаривать в машине. Ну, еще дополнительная бесшумка, которую я заказал в этой машине сразу же, дает определенный плюс. Ну, очень тихо работает, двигатель очень тихо работает, то есть двигатель не слышно. Несмотря на то, что это двухлитровый турбодизель. Ну, смотри, кроме этого, я знаю, что ты этот автомобиль еще используешь в качестве семейной машины. Скажи, какие функции она выполняет и, в принципе, удовлетворяет ли твоим требованиям как к семейному автомобилю? В плане семейного автомобиля было выбрано именно отдельное каждое сиденье. То бишь задний ряд стоит не отдельный, небольшой диван, а отдельные сиденья. То есть сзади 4 полноценных отдельных сиденья. В первую очередь это создает определенный комфорт. Комфорт даже для того, чтобы ты, когда, допустим, ездишь там в Европу и так далее, сидишь, у тебя отдельная зона, у тебя отдельно подлокотники на каждом сидении, у тебя отдельные ремни безопасности, что создает определенную дополнительную безопасность. Для детей, в первую очередь, отдельное сиденье каждое. Это дети сидят пристегнутые в детских креслах. Все сиденья полностью оборудованы креплениями Isofix. То бишь, я могу от 6-месячной дочки посадить отдельно, то есть в детское кресло, до 7-летнего и 12-летнего ребенка, то есть они сидят абсолютно полностью, то есть пристегнутые в детских креслах. Это является большим плюсом. Для детей, когда ты едешь, допустим, на длинную поездку, столик детский, это является большим преимуществом, потому что на столике можно разложить какие-нибудь там, допустим, какие-то вещи, также там воду, соки и так далее и тому подобное. Это очень большой плюс. Хорошо. А когда установлены все три ряда сидения, и вы всей семьей едете в дальнюю дорогу, в этом случае багажника хватает? Когда все сиденья установлены, объема багажника хватает с запасом. Потому что, например, когда забираю я с аэропорта, допустим, то есть большие сумки и большие вещи, которые берутся, то есть они ложатся абсолютно в багажник четко. Даже не нужно одно на другое ложить абсолютно. То есть поэтому объем багажника, я считаю, что для семейных целей более чем достаточно. Кроме того, что этот автомобиль помогает тебе в твоем увлечении и выполняет семейные функции, насколько я знаю, он еще работает на предприятии. Какие работы он там выполняет? Он у меня еще используется на мойке самообслуживания. Допустим, те же мешки, там, тряпки и так далее и тому подобное ложатся в эту машину прекрасно. Мы для этого сделали и для рыбалки, для основного увлечения, и для использования на предприятии. Сделали такой небольшой handmade, пошили капсулу для этого автомобиля. Ну, затраты минимальные по ней, но, скажем так, она полностью, как ванная, закрывает все пластиковые элементы в автомобиле.
доходит до окон, то есть ты полностью можешь обезопасить салон от потертостей в этом автомобиле. Ответь на такой вопрос. Вот после года эксплуатации были ли какие-то поломки или какие-то неисправности с этим автомобилем? Основная вещь, это была один был незачет с этим автомобилем. Это заглючил датчик, когда автомобиль стоял на, опять же, на соревнованиях, проходил турнир. Я его оставил на 5 суток. Он стоял под наклоном. Когда я завел двигатель, загорелось на приборном табло чек, ключик, то есть нужен сервис и так далее. Проехав там 100-200 метров, заглушив двигатель и снова запустив его, все, ошибка исчезала. Отправили его дилеру, дилер по гарантии поменял там датчик, поменял предохранитель, и в принципе никаких больше проблем не было. Поменяли нормально? Поменяли плохо, перепутали сначала его местами, задом наперед, поставили, мы приехали, опять говорим, что опять проблема, опять высвечивается чек, они привезите, ой, извините, мы просто его перепутали местами. Когда наш установщик ставил, его нужно было поставить другой стороной. Ну, как-то так. Ну и как бы подводя такой итог, скажи, пожалуйста, какое у тебя чувство удовлетворенности от этого автомобиля? Чувство удовлетворенности этого автомобиля, первое, здесь стоят очень неплохие, достаточно хорошие технологии. Ну, например, там проекционное стекло, интересно. Да, но оно как бы старое, уже во всех автомобилях это есть, у многих премиум автомобилей это есть и так далее и тому подобное. Но все равно очень неплохое достаточно исполнение его. То есть массаж передних сидений тоже интересно. Те же, например, функции, ну понятно, там ничем не удивишь, уже там мертвые зоны, адаптивный круиз-контроль. Надо просто привыкнуть, но на автобане, если ты едешь, допустим, в своем ряду, тут есть такая система тоже, как слежение за полосой и так далее. Вот мы ездили в Венгрию, то поставил круиз-контроль, и машина сама и набирает, и притормаживает. Выставляешь до передней машины дистанцию, которая тебе, она сама оттормаживается, сама набирает скорость. Очень комфортно и очень удобно. Как тебе навигационная система? Приходилось ли ей пользоваться? Как она тебя вообще устраивает? Нет? Навигационной системой приходилось пользоваться. Навигационная система здесь достаточно хорошая, достаточно удобная. Немножечко нужно доразобраться с ней, но мы ее полностью использовали, показывает полностью дистанцию, выбираешь маршрут, короткий, экономный, быстрый и так далее и тому подобное. Поэтому достаточно комфортно. Если я правильно понял, то чисто эмоционально ты не собираешься в ближайшее время менять этот автомобиль на какой-то другой. Не возникает желания менять эту машину еще и по другим причинам. Если брать аналоги, наверное, этому автомобилю, да, его класс, то они будут дороже порядка в полтора-два раза точно. При этом, при всем, в этом автомобиле очень комфортная, мягкая подвеска. Я могу твердо утверждать, ездил на его аналогах и на его основных конкурентах этого автомобиля, могу твердо утверждать, что это, наверное, одна из самых мягких подвесок, которые мне приходилось использовать. На минивэне. Да, на минивэне. Это самая мягкая подвеска, точно могу сказать. Единственное, что, когда мы, допустим, едем на карповые турниры, то, конечно, загрузка автомобиля там порядка 700 до тонны доходит, то, конечно, по нашим не совсем качественным дорогам, иногда даже очень некачественным дорогам, подвеска пробивает. За счет того, что она очень мягкая, чересчур мягкая, я бы даже сказал иногда, она пробивает для этих целей, чуть-чуть идет пробивка подвески. Когда ты используешь ее в семейных целях, сидят дети в машине, то, конечно, комфорт на высочайшем уровне. Она мягенькая, она глотает все, что можно, неровности и так далее. Очень мягкая подвеска. Действительно, это факт. Большое спасибо за твой такой увлекательный рассказ, потому что, ну, действительно, редко, когда человек покупает такой автомобиль и использует его в столь разных, скажем так, ипостасях, в назначениях. Обычно либо для семьи, либо для работы. А у тебя еще такое увлечение, рыбалка, поездки. Было очень классно, было очень познавательно, очень интересно. Друзья, напоминаю, что про этот автомобиль Peugeot Traveler после года его эксплуатации рассказал Максим Кожух, чемпион Украины 2015 года по карповой ловле. Большое тебе спасибо, спасибо за вам столь огромное. Увлекательный рассказ. Самое главное, при карповой ловле и ловле рыбы всегда нужно использовать спортивные принципы. Это споймал и отпустил. Сюда, смотри, ребят. Пошел, красавчик. А теперь, друзья,
выводы кузницы. Прошерстив все профильные сайты по продаже бэушных автомобилей, я с удивлением нашел всего лишь одну такую машину стоимостью 30 тысяч долларов, да и то под маркой Citroen. Ну, а потом нам просто подфартило. Как вот выглянуло сегодня такое теплое по-весеннему солнышко в феврале, мы нашли вот этот Peugeot Traveler, и его хозяин согласился поделиться с нами своими выводами и рассказать, как машина переносит тяготы эксплуатации в течение последнего года. Потому что действительно, на рынке очень мало машин, и отзывов владельцев об этих автомобилях ну, практически отсутствует. Ну, а из всех немногочисленных отзывов, которые я нашел, я почерпнул то, что, в принципе, все владельцы высоко ценят лакокрасочное покрытие этого автомобиля, но за редким исключением. Некоторые жалуются на недостаточную жесткость кузова. И когда автомобиль съезжает на бездорожье, кузов начинает играть, дверь гуляет в проеме и вытирает лакокрасочное покрытие. Но, друзья, давайте разберемся. Во-первых, это свойственно всем минивэнам, независимо от марки и модели, особенно если они оборудованы двумя сдвижными дверьми справа и слева. Но если с проемами действительно я не вижу никаких проблем, то на порогах вижу уже стертую до металла краску, притом не в одном месте, и спереди, и сзади. Это как раз те места, где дверь, когда закрывается, ложится уплотнителями на порог, и туда, возможно, попадает какая-то грязь. Дверь немножечко все-таки играет на неровностях дороги и вытирает, соответственно, краску аж до металла. При том, что этот автомобиль регулярно, как вы уже поняли, съезжает на бездорожье. И единственный минус, который его владелец отметил, это все-таки недостаточный дорожный просвет. Да, он составляет 175 мм, но учитывая огромную колесную базу автомобиля, это все-таки недостаточно для проезда некоторых особо крупных неровностей. Также все отмечают очень удобный салон данного автомобиля. Дело в том, что здесь у нас два ряда сидений, которые можно трансформировать. Кресло среднего ряда можно развернуть на 180 градусов. В салоне есть столик, который перемещается, раскладывается. Это очень удобно в дальних путешествиях, особенно большой компанией. Но при желании вы можете легко удалить абсолютно все кресла из салона, превратив вот этот Peugeot Traveler VIP в Peugeot Traveler грузовой фургон. Вот только если в этом случае вы будете перевозить громоздкие вещи, то вероятность того, что поцарапается жесткий пластик в салоне, очень велика. Но вы видите, как эту проблему решил хозяин этого автомобиля. Именно поэтому пластик в этой машине после года эксплуатации, притом такой жесткой, с постоянными выездами на природу, с постоянной загрузкой практически под крышу, не пострадал. Кстати, по поводу загрузки автомобиля до самой крыши. Когда машина загружена тяжелыми вещами до уровня окон, то смотрите, есть такая прекрасная опция. Мы открываем заднее стекло и какую-то нетяжелую поклажу, сумочку легко забрасываем через него. Неоднократно знакомясь с этими автомобилями, мы акцентировали внимание на их багажниках. Но действительно, если вам не столь важен объем отсека для перевозки груза, вы можете выбрать Traveler длиной 4,95. Если же вам приходится все-таки перевозить большое количество вещей, то лучше остановить свой выбор на машине длиной 5,3 метра, исполнение L3 так называемое. В этом случае объем багажника в походном состоянии будет целых 980 литров. Если же полностью убрать все сиденья, то объем отсека составит 4,5 куба. Еще один плюс самой длинной машины заключается в том, что ее задний бампер выполнен вот из такого неокрашенного черного пластика. Ну, не знаю, может кому-то с точки зрения эстетической это не очень нравится, но это достаточно практично, потому что если вы покупаете машину с большим багажником, скорее всего, вы будете его загружать. И в этом случае меньше шансов поцарапать именно лакокрасочное покрытие в цвет кузова. Сегодня компанию Peugeot Traveler и Citroen Space Tourer на нашем рынке составила и Toyota со своей моделью Pro Ace. И как раз возможность заказать вот такие вот отдельные VIP-кресла третьего ряда и отличает машины, выпущенные под французскими брендами. И владелец данного автомобиля очень доходчиво нам аргументировал свой выбор именно такой посадочной формулы. Действительно, отзывов об этих автомобилях пока еще мало.
И, возможно, даже наши какие-то наблюдения помогут вам в дальнейшем определиться с выбором подобного автомобиля. Например, мне очень нравится передняя оптика этого Peugeot Traveler. Фары выглядят так очень хищно, очень по-современному, действительно круто. Единственное, что я только не понимаю, почему нету омывателя фар в этом случае, если используется ксенон. На этих машинах покупателям предлагается только 2-литровый турбодизельный мотор мощностью 150 лошадиных сил. С одной стороны, рано пока еще что-то говорить про надежность этого агрегата. С другой стороны, я уже видел отзывы людей, которые ездили на подобных двигателях французских на других моделях. И в принципе все они довольно высоко отзываются о качестве этих моторов, об их моторесурсе. Поэтому я думаю, что и на этих машинах особых проблем с ними быть не должно. Двигатели работают с 2 коробками, 6-ступенчатыми. Это либо механическая, либо автоматическая коробка передач. В самых дорогих версиях, конечно же, стоят автоматы. Я даже нашел интересный отзыв, который касается подвески этого автомобиля. Там человек не характеризует, жесткая ходовая, либо мягкая. А он пишет о том, что те же сайлентблоки можно менять отдельно от рычагов. То есть не придется менять всю деталь в сборе. А это уже, в свою очередь, снижает стоимость ремонта. А ведь именно стоимость – одна из самых сильных сторон этого автомобиля. Да, на вторичном рынке вы таких машин сегодня много не найдете, но их достаточно в продаже новых. Стоимость колеблется от 37,5 до 54 тысяч долларов. При этом стоит учитывать тот факт, что максимально дорогие автомобили уже будут оснащаться... Как мы от ямы вернулись? Управляемая, кстати, неплохая, мне понравилось. Так вот. И тут стоит учитывать тот факт, что максимально дорогие автомобили уже будут оснащаться полным приводом. Поэтому при первой же возможности мы попытаемся найти такую машину и сравнить полный привод Peugeot Traveler с полным приводом Volkswagen и Mercedes. И посмотрим, кто кого. Ну, друзья, а чтобы не пропустить этот момент, подписывайтесь на наш канал, следите за всеми обновлениями на канале Кузнеца Тест-Драйва. Также не забывайте про 2 других наших канала. Это лайв-канал, который называется «Трудовые будни кузницы». Там вы можете узнать, как и что происходит у нас на проекте. Ну и «Кузнеца Фильм», где мы снимаем документальное кино. Пока, до новых встреч!